Иди сюда, друг. У меня есть для тебя работа. Что? Ладно. То, что у тебя для меня работа, достаточно, я думаю. Клуб Майя Хай. Проберитесь в клуб Майя Хай. Расскажу тебе про мамашу Ли. Владелица единственного в мире борделя на дирижабле, клуба Майл Хай. У нее есть компромат на всех и каждого в Панау. Даже на меня. И знаешь что? У нее есть что-то выдающееся и на президента. Мы хотим, чтобы ты добыл эту информацию. Начни с ноутбуков в клубе, пока правительство не наложило на них руки. Не наложило на них. Хорошо, что уточнили, что не наложило. Потому что я сам потом додумал бы. Да, клуб Майл Хай. Столько приятных воспоминаний. Наверное, я безнадежный романтик. Но лучшего борделя я не видал. Клуб Майл Хай предоставляет любые сомнительные удовольствия с помощью армии профессионалок плотских утех. Конечно, эта история должна была закончиться. Грустно, что всему этому придет конец от рук другого профессионала. Тебя. И помни, Скорпион, не лезь на пушки. Для охранников ты просто еще один сутенер. Играй свою роль, друг мой, и наслаждайся. Сутенер на военном вертолете? То есть мы идем под прикрытием? Ладно. Что-то я не видел ни одного вертолета и другого транспорта, подлетающего к этому клубу за всю игру. Вообще. Извините, ребята, я немножко не в форме. Сейчас как развалю все нафиг своим вертолетом. С кривым приземлением стало быть. Да, обычный сутенер. Не привлекаю внимания вообще никак. Я же говорил, что мы здесь побываем. Здесь, по-моему, еще какое-то сюжетное задание будет. А может, я выполнял дополнительное. В общем, веселое место. Здесь еще и самолет есть. Дурацкий, правда, но самолет. В общем, если что, можно убраться. И даже аптечки, если тебе вдруг станет плохо. Да, я смотрю, это райское место, в котором вообще никого нету. Корабль-призрак. Просто-напросто все заброшено. Люди, вы где? Здрасте. Я сейчас электронным путем засуну денежку в трусы стриптизерши. Давай вниз. Далеко ты улетел, парень. Я надеялся на более зрелищное действо. Этому по барабану вообще. Кто, что, где? Что, кто? Зачем? Что? Кто? Откуда в меня стреляют? Иди сюда. Иди сюда. Я хочу, чтобы кто-нибудь пролетел вниз. Пожалуйста. Позаботьтесь о выполнении моих желаний, потому что я заплатил много денег для того, чтобы попасть сюда. Я купил себе военный вертолет. Господа, вылезайте вы уже. В какой-то клайке там сидят, стреляют. Я должен их искать. У тебя рубаха пули непробиваемая или что? Я не понимаю. Это мужик или что? Если это не мужик, мне станет страшно. Я скачал данные с ноутбука. Я не скачал данные с ноутбука, конечно же. Да, конечно, я обычный посетитель. Надо было в меня стрелять. У тебя есть информация. Ёпперсте. Мало весел, господа. Ну что, будут новые желающие сдохнуть в этой клаке.
Куда они там ноутбук запихнули следующий? На самый нос, понятно. Интересно, им на такой высоте дышится нормально? Здрасте. Здрасте. Вы как-то странно сидите. Вообще-то здесь кресло для того, чтобы жопу опустить, а не ступеньки. Вы не против, если я в вашем ноутбуке тут найду что-нибудь про кошечек или собачек, смешное видео? Господи, как этим гуглом пользоваться? Что за дурацкая система? Я жму на те кнопки, черт возьми. Сейчас не на те. 4, 3, 4, 1, 3. Тяжелая у меня работа. Не за счет того, что меня постоянно пытаются убить, а за счет того, что мне постоянно приходится жать кнопки, понимаете? Летать! Куда она делась? Ну-ка, а с тобой как? Она исчезла во тьме. Сама виновата. Так, последний ноутбук остается. Можно будет, в принципе, зачистить это место. Еще, господа. Уже не в формах барменов. Это что? А, это стриптизерши нафиг. Здрасте. Какие-то накачанные, причем стриптизерши. Прикалываетесь, а? Я теперь еще и должен не дать взорвать это место. Зачем? Не дать его взрывать. Где второй снайпер? Да, наплевать. Надеюсь, у меня достаточно патронов. Как бы не свалиться, потому что я ни черта не вижу. Не сработало. Быстрее стреляй с укреплением бомбы. Еще и не сработало. Куда? В какое место стрелять? Вы упоролись, что ли? Нифига себе, это надо было умудриться такую шнягу закрепить. Размером как с первую атомную. Все, можно перейти более... Лучше перейти на верхнюю палубу, а не к более приятным вещам. Давайте зачистим это место и только потом уберемся. Я надеюсь, выходы не закрыли. Мне не придется сейчас карабкаться по внешней оболочке. Так. Эту фигню взрываем. Эту фигню взрываем. Это есть. Интересно, меня здесь будут разыскивать? Конечно, меня здесь будут разыскивать. Здрасте. Кому понадобилось срочно меня здесь разыскивать? Вам виднее. Так, все-таки. Меня волнует больше всего один вопрос. Что выше, та гора или баллоны этого борделя? Баллоны борделя. Откуда здесь взялись менты? Замечательно. Просто замечательно. Да-да, конечно, у тебя нет денег. Но кто-то же должен ее делать. Ну что, попробуем
залететь наверх. Он сейчас не разбиться в клюкву. Давай, давай, давай. Где они кончаются-то? Я не могу наверх посмотреть. Все-таки та точка выше, по-любому. Спокойно, спокойно, спокойно. 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 Крепко зацепился, а? Хороший вертолет. Я вижу даже самый высокий полигон в этом месте. Вот он. Нет, та штука выше. Определенно. Нам только что сообщили, что гордость небес Панау, знаменитый закрытый клуб Mile High, чуть не был уничтожен сегодня ужасным взрывом. Сотни пануанских бизнесменов да и я падаю, а? Были на борту гигантского дирижабля, который спасла от гибели только доблесть горстки секретных агентов правительства Панау. Спокойно, спокойно. Все, сейчас берем тогда этот джет и летим на ту вершину. Получаем ачивку, типа мы самые крутые, побывали на самой высокой точке этого мира. А потом спускаемся оттуда и пытаемся подняться на 300 метров на парашюте. Складно звучит. Сначала нужно добраться. Сначала туда добраться, потом оттуда спрыгнуть, потом еще что-то сделать, в общем, много чего. Надеюсь, мы довольно быстро долетим на этой штуке. Единственный ее плюс в том, что она быстрая, вот и все. И довольно тихая для реактивного самолета. Это гора выглядит как К2. Только чуть-чуть пониже. Наверное, с нее рисовали. Хотя там есть что-то еще, вон какие-то непонятные сооружения какое-то, что ли. Или это и есть пик. Да, наверное, кстати, с К2 рисовали, скорее всего, потому что очень похоже. Хотя черт его знает. Скорее всего, я просто несу какую-то чушь. Это вообще не самая высокая точка. Судя по всему. Хотя нет, самая высокая. Так, ладно. Сейчас нужно сделать две простые вещи. Выпрыгнуть и приземлиться. Стараемся сделать это не так криво, как можно это сделать. Зато отсюда какой вид будет открываться, а? Есть! Дима, ты только посмотри, вершина мира в который раз. Ты нашел священный череп уларов, Скорпион. Кто его здесь выкинул? Они принадлежат нашему народу, но рассеяны по всему Панау. Собери их для нас. А теперь веселое задание. Подняться на парашюте на 300 метров. Да, только я хотел бы дождаться рассвета. Правда, я не знаю, что делать до этого момента, но... Оттуда солнце встанет. Да. Кто тут летать посмел? На каком-то сраном пропеллеролете. Совсем оборзели, а?
Ну, если смотреть в никуда, просто в океан, то не так, конечно, круто выглядит, как если бы это все на фоне города происходило. Или чего-то еще. Здесь, конечно, есть этот гребаный дирижабль, но он как-то особо не впечатляет. Ну, все равно красиво, красиво. Умиротворенно довольно-таки. Я уже чувствую, как мне становится холодно, походу. Тут даже какой-то пар пошел, судя по всему. А нет, это облака. Ну, облака это и есть пар. Я думал, что это от снега. Это просто облака через нас проходят. Неплохо, да? Неплохо выглядит. Нам нужно заняться делами скорее. Такс. 300 метров. 300 метров. Наверное, в ту сторону нам лучше спускаться. Хотя... В этой игре не хватает сноуборда. Ну или хотя бы лыж. Горных. Там какая-то военная база. Ну вот здесь, наверное, есть 300 метров, если так подниматься. Ладно, погнали. Этот говнюк совсем не летит вперед. Без парашюта. А с парашютом не летит вниз. Так, надо выискать нормальное место. Вот тот хребет мне нравится, в принципе, для подъема. Нужно начинать, правда, с самого-самого низа. А, так это не военный комплекс, это какие-то храмы. Судя по всему. Да, это какие-то храмы. Интересно, таких я еще не видел. Кота Истана Пурба. Нехило. Надо будет здесь осмотреться потом. Может быть, мне здесь понравится. Но пока у меня есть более важные дела. Не стоит отвлекаться на всякое храмье. Нам нужно спуститься вниз. Сделать это как можно быстрее. Иначе это будет слишком долго длиться. Так, ну у меня, конечно, как всегда, кот ворвался в комнату. Поэтому, как мы только спустимся, придется на секунду прерваться. Неожиданно мы оказались на пляже среди пальм. Спустившись с вершин за буквально 2 минуты. Даже меньше. Совсем уже другое дело. Ладно, сейчас продолжим.